Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня я расскажу, как правильно замораживать цветную капусту, чтобы зимой наслаждаться запеканками, супами и другими вкусными блюдами из нее. Для заморозки выбираю свежую, упругую капусту без черных пятен и вялых поврежденных листьев. Промываю ее под проточной водой и удаляю все листья. Часть капусты нарезаю на крупные кусочки, чтобы потом готовить из них суп и пюре. Другую часть разбираю на мелкие соцветия примерно одинакового размера для будущих гарниров или запеканок. В этих блюдах внешний вид цветной капусты будет играть главную роль. В глубокую миску набираю холодную воду, солю ее. На 1 литр воды кладу столовую ложку соли и опускаю соцветие в воду на 20 минут. Если в капусте есть насекомые, то под воздействием такого раствора они все всплывут на поверхность. Затем тщательно промываю капусту проточной водой. Далее опускаю ее в кипящую воду на 3 минуты. Этого времени будет достаточно, чтобы убрать ферменты, которые разрушают аромат цветной капусты, и такая капуста не потемнеет в морозильной камере. Через 3 минуты охлаждаю капусту под холодной проточной водой или выкладываю с помощью шумовки соцветия на кубики льда. Такая ледяная ванна остановит процесс приготовления овоща. Перед тем, как разложить капусту по пакетам, ее необходимо хорошо просушить. Для этого выкладываю соцветие ровным слоем на чистое кухонное полотенце. Вся влага впитается в ткань, и соцветия станут сухими. Раскладываю капусту по пакетам. Взвешиваю ее перед заморозкой и указываю вес на пакете. Эта информация помогает рассчитать количество порций при приготовлении блюд. Замораживаю капусту небольшими партиями, примерно по 150-250 грамм. Чтобы цветная капуста сохранилась дольше, убираю из пакета весь воздух. Вакуумный упаковщик на кухне хозяйки – вещь редкая, а вот обыкновенная соломинка справится с этим заданием ничуть не хуже. Нужно вставить ее в пакет и убрать весь воздух, после чего быстро убрать и закрепить пакет. В морозильной камере цветная капуста может храниться до 9 месяцев при температуре не выше минус 18 градусов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!